В Челябинске начался процесс по резонансному делу. Создатели финансовой пирамиды, супруги Филимоновы, обвиняются в махинациях на сотни миллионов рублей. Слово Али Согриной. Обманутыми челябинскими Мавроди считают себя более 3000 россиян. На первое заседание суда пришли 12 южноуральцев. О чем они рассказали на допросе, узнаете прямо сейчас. Фиорит Сайфулин хочет сделать историю большого обмана публичной. Показывает журналистам договоры и квитанцию на сумму 290 тысяч рублей. Столько, по словам мужчины, он вложил в фирму под 50% годовых, но обещанного дохода, уверяет, не получил. Я пришел через месяц получить проценты. И в итоге мне объявили, что денег нет. Как всегда, приходите завтра под запись там и так далее, тому подобное. Много там нюансов было. И в итоге больше ничего я не получил уже. При своении денег десятков южноуральцев винят эту пару. Супруги Филимоновы находятся под подпиской о невыезде и сегодня пришли на первое заседание суда. Замечают объективы камеры, тут же отводят взгляд. На процесс по резонансному делу приехали 12 человек. Они уверяют, стали жертвами созданной супругами финансовой пирамиды. Этот мужчина рассказывает, внес в их компанию почти 200 тысяч рублей и тоже остался ни с чем. А требовать деньги обратно было просто не с кого. Я когда пришел туда, я хотел часть денег забрать на какие-то вещи, но офис оказался закрытым, охранник сказал, что они куда-то переехали. А переехали они в Черногорию и 3 года жили там. Все это время пару разыскивали полицейские страны Интерпола, а в 2013 году Филимоновых экстрадировали в Москву. В столичном СИЗО провели 8 месяцев, после чего их отправили в Челябинск. Оба считают обвинения голословными. Признаете ли вы вину по предъявленному обвинению? Нет, ваша честь, свою позицию я выражу позднее. Понятно, присаживайтесь. Светлана Игоревна, встаньте. Понятно, суть предъявленного обвинения. Признаете ли вы вину по предъявленному? Филимоновы создали фирму «Частная инициатива» в 2005 году. Проводили семинары для клиентов, предлагая делать вклады под высокий процент. Но в 2010 году компания обанкротилась. Жертвами объявили себя более 3000 человек в разных регионах страны. А сумма ущерба составила 1,5 миллиарда рублей. Обвиняются супруги Филимоновы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По наказанию некоторые потерпевшие полагаются на усмотрение суда. Те, которых мы выслушали, они выразили вот такое мнение. Впоследствии будут установлены все мнения потерпевших. К процессу Филимонову подготовились, изучили материалы дела и задают вопросы пострадавшим, опираясь на текст тома. Но выслушать всех в суде не успевают, процесс прерывают. Допрос южноуральцев продолжат 18 мая. За мошенничество обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы. Новые подробности о пропавшем чебаркульском хоккеисте. По утверждению одного из волонтеров, Игоря Аксенова видели живым. Спортсмен якобы шел в сторону поселка Бишкили и задавал странный вопрос прохожим. Десятки волонтеров собираются на трассе недалеко от поселка Бишкили и расходятся в разные стороны на поиски хоккеиста. Игоря Аксенова разыскивают несколько часов, но в результате найти мужчину все-таки не удается. За кадром один из волонтеров рассказывает, что накануне спортсмена видели идущим домой в сторону поселка Бишкиль. И якобы встречным задавал вопрос, где он находится. Следователи эту информацию не подтверждают и пока в интересах следствия не спешат озвучивать версии пропажи. Напомню, защитник хоккейной команды «Звезда» Игорь Аксенов пропал в понедельник 25 апреля. В 10 часов утра отпросился с тренировки, сел в машину и уехал в Челябинск. С того дня молодого человека никто не видел, а вот его иномарку «Шевроле Круз» нашли запертой на проселочной дороге, недалеко от поселка Бишкиль. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Впечатал автомобиль в бетонные столбы. В Златоусте грейдер снес припаркованную на обочине Ниву. Кадры последствий аварии покажем сейчас. Ниву словно ураганом отнесло на холм. Удар был такой силы, что с корня вырвало 2 бетонных столба. Несколько минут назад этот автомобиль, припаркованный на обочине, снес неуправляемый грейдер. По словам полицейских, у большегрузной машины отказали тормоза. Хозяин Нивы не пострадал. Он в момент ЧП находился на работе в соседнем здании. На место аварии вместе с госавтоинспекторами прибыли представители компании, которой принадлежит самоходный гигант. И теперь коммунальщикам придется возмещать нанесенный ущерб. В объектив камеры видеонаблюдения попало ДТП с мотоциклом. Водителя мопеда буквально выбросило из сиденья и отбросило на несколько метров.
Магнитогорск. Перекресток улиц Труда и Карла Маркса. Видно, как мотоциклист едет на мигающий зеленый и в этот момент, поворачивая его, сбивает иномарка. Несколько минут водитель мопеда лежит без движения. И, как стало известно позднее, мужчина от сильного удара потерял сознание. Но когда пришел в себя, отказался от госпитализации. Сейчас мотоциклист лечится дома и подсчитывает ущерб. Чтобы починить поврежденный байк, ему необходимо минимум 200 000 рублей.